всем, кто проснулся. Сегодня 9 декабря. Это значит, что Новый год уже совсем близко. Это проект «Встречая Новый год вместе с Вести». И с вами я, Анастасия Стародубова. Незаменимый атрибут праздника, конечно же, елка. Без нее нельзя представить ни один Новый год. Оказывается, она имеет непосредственное отношение к лесным духам. В древности люди обожествляли природу и считали, что лютые морозы вызывали сверхъестественные существа. И чтобы задобрить злых духов, украшали елку различными плодами и украшениями. Хвойное дерево, как считали в древности, обладает магической силой. Оно не только вечно зеленое, так еще и живет сотни лет. Кстати, хакасские ученые нашли на горе Борус кедр возрастом 800 лет. Нашей тайгой заинтересовались и американские дендрологи. На международном семинаре, который проводит Хакасский технический институт, ученые обсуждают, как с пользой использовать информацию, накопленную деревьями. На основе древесных колец можно заглянуть на несколько десятков лет вперед, а также восстановить события прошлого. Дендрохронологи считают, Хакасия – настоящая сокровищница. Она имеет очень древнюю историю и полна археологических находок, интересных для ученых. А сейчас мы перейдем к тем, кто ничего не смыслит в дендроэкологии, но знает все традиции и особенности Нового года, а именно к детям. Рубрика 5+, где дети от 5 лет рассуждают на простые новогодние темы. Катя, как по-твоему, где Дед Мороз живет летом? Я думаю, что на Северном полюсе, потому что там холодно. Он там один живет? Не. А с кем? С своей фамилией. Что у Деда Мороза в мешке? Шляпы. Пустота. Пустота? Только он же набит такой большой. Там, может быть... вата, что все эти подарки от родителей. Ты же понимаешь, ты сейчас тайну большую открываешь. Как думаешь, взрослые верят в Деда Мороза? Я верю, то все верят. И сейчас, наверное, нет. Наверное, верят. Говорят детям, что он существует. А что ты попросила у Деда Мороза для родителей? Что они мечтали. О чем они мечтали? Я не знаю. Я бы пожелала для них счастья. Я маме пожелал телефон, а папе планшет новый. А ты можешь поздравить всех с Новым годом? Да, только не знаю как. Давай попробуем. Поздравь. С Новым годом! Мы ищем новые лица. Если ваш ребенок оригинален в своих суждениях, то ему просто необходимо принять участие в нашей рубрике 5+. Телефон редакции 227282. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас каждое утро на канале «Россия-1». Встречайте Новый год вместе с «Вести».